В 11 районах Ленинградской области, среди них и Лужский, прошли обследования многоквартирных домов для проведения их капитального ремонта. Специалисты фонда капремонта определили необходимые объемы работ и первоочередность их выполнения. Внимание обращали на фасады, подвалы, кровлю и внутридомовые сети. В марте обследование домов пройдет в оставшихся районах. Общая стоимость работ по капремонту на ближайшие два года в 47-м регионе оценивается в 10 миллиардов 600 миллионов рублей. Привести в порядок будет нужно 3607 домов и заменить 470 лифтов.